На этой неделе в украинский прокат выходит остросюжетная драма «На пределе» с Дианой Крюгер. Идеальная жизнь главной героини в один миг превратилась в руины. В результате теракта погибли ее муж и сын. В поиске виновников бессмысленного убийства она не находит справедливости. И после долгой скорби она становится на тропу войны. Главную роль в фильме Фатиха Акина исполнила Диана Крюгер, звезда фильмов «Троя» и «Бесславные ублюдки». Мировая премьера состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где Диана была названа лучшей актрисой киносмотра. Принимая награду, Крюгер посвятила ее жертвам террористических атак по всему миру. На 75-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» лента Акина была признана лучшим фильмом на иностранном языке. «На пределе» был также выбран Германией в качестве национального кандидата на премию «Оскар». Фатих Акин – немецкий режиссер, лауреат Берлинале, Венецианского фестиваля и Европейской киноакадемии. Свой фильм он задумал после серии убийств людей турецкого происхождения, совершенных неонацистской группировкой. По словам режиссера, на визуальный стиль и структуру «На пределе» повлияли «Таксист» Мартина Скорсезе и «Процесс» Орсона Уэллса. Другая драматическая история этой недели – политический триллер «Секретное досье» Стивена Спилберга. В 1971 году, получив в распоряжение документы Пентагона, владелица газеты Washington Post и ее главный редактор вместе с коллегами из New York Times принимают решение публиковать скандальные материалы. Их не останавливает даже то, что политическая верхушка США угрожает закрыть газеты. Сюжет нового фильма «Маэстро Спилберга» основан на реальных событиях 70-х годов. В фильме снялись главные моральные авторитеты Голливуда – Мэрил Стрип и Том Хэнкс. Лента получила 6 номинаций на «Золотой глобус» и 2 на «Оскар» за лучший фильм и лучшую актрису. И хотя среди других оскаровских претендентов «Досье» выглядит несколько старомодно, а Мэрил Стрип продолжает номинировать за бесспорный талант по инерции, поклонники Стивена Спилберга точно не будут разочарованы. Я прошу поради, Боб, а не твого дозволу. Вона на це не піде. На кону доля усієї компанії. А якщо ми не станемо це публікувати... Ми програємо, і країна програє.